Добрый день, дамы и господа. Вашему вниманию партисервис «Аннушка» предлагает новый рецепт гарнир. Гарнир, он в основном используется как для шницеля, так и для кордон-блю. Это любимый салат, так скажем, наших шваб. Это швейбиший салат, картофельный салат на швейбиша арт. Вот. Для чего вам потребуется картофель? Для 4 порций приблизительно 1 килограмм. Также вам потребуется лук. Немножко миллилитров, наверное, 150 или 200 бульон, говяжий бульон желательно. Значит, 1 ложку готовой уже горчицы. Огурец. По желанию и по вкусу вы можете использовать чеснок и какую-то зелень. Вот. Также используется еще и зеленый лук. Для того, чтобы приготовить картофельный салат, вам нужно предварительно отварить картофель в мундирах и почистить его. Но помните, что не каждый картофель, не из каждого картофеля можно приготовить картофельный салат. Для этого вам нужно обязательно найти картофель, который не разваривается. Вот. Это так называемый фейскохенде картофель. Желательно его почистить еще горячим, тогда шкурка сходит очень хорошо. Вот, и затем остудить. И порезать его вот в такие шайбы. Горчицу. Затем содержимое бульона нужно добавить в картофель. Бульон должен быть также оставаться еще горячим и перемешать. Главное, чтобы в этой ситуации картофель всегда берет влагу по-разному. И главное, чтобы в этой ситуации не перелить бульон, а также, чтобы не оставался картофель сухим. Соли. Соль добавляется также по вкусу. Черный перец. Вы можете добавить мускатный орех, если кому нравится. Винный уксус. Тоже по вкусу. Зелень. Также вы можете добавить свежий огурец. Свежий огурец придает очень интересные вкусовые качества, так скажем. Насыщенный запах. В конце нужно добавить растительного масла. Салат нужно будет оставить минут на 10-15 настояться.